Тем временем в чаще, в дубовом лесу гуляют красные шапочки. Мама отправила девочку отнести гостинцы с бабушкой. Как это не задача? Постучался проводник. Серый хвостом, большими ушами и длинными усами. Ловкий попутчик взялся показать короткую дорогу до дома бабушки. Тут-то получилось это интересное история. Что, уже интересно стало? Да? Поинтереснее? Как же странно, незаконочно ощущать.